have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в Cat Quest 2, и нам вроде как нужно найти хот-то-догу, и сегодня мы будем продолжать это делать, возможно, даже успеем его найти до конца серии. Честно, без понятия, насколько длинный квест, просто у нас уже была эта фишка с... Ай, больно. Я собирался переиначить свои умения как-то, да? Блин, а меч у меня такой прям топовый. Я вообще забыл, что у меня одето. Так, по-честному, я уже давненько не заходил в игру. Ну, дня три так точно. У нас... А, да. Малиновая опушка. Угу. Вот. А у тебя посох. Так. Огненный 6 дает. Ледяной урон 10. Минуточку, у тебя ледяной посох, а на тебе огненный посох. И что у нас по спеллам? Огненные спеллы как раз, по-моему, у меня, да? Так, знаете, что мы можем сделать? Можем сделать вот так. Ты у нас кто? Молния, щит для смягчения урона. Вот это мы с тобой тоже уберем. Тебе дадим огонь. Ты у нас будешь полностью в мага вкачан. А ты у нас будешь полностью танковать, поэтому у тебя будет щит и хпшка. Да? Р это щит, а это нет маны. Все, хорошо. Нормально, все. Пока что такое сгодится, давайте поспим. Итак, хот-то-дога. Тут вот эти ребята должны нас пропустить за кошачью печенечку. Раздать печеньки. Раздаю. Да-да, перерыв. У ребят перерыв, у них все хорошо. Жизнь удалась. А нам сюда. Какие что за кактус прыгают? Отличная работа, ваше авичество. Ну, типа, аве. Ну, ладно. Впереди город. Может быть, ход то там. Давайте проверим. Давай. Квест пройден. Что-то у меня 26 уровень. Доктаун. Я так-то по-хорошему боюсь немножечко пропустить какие-то хорошие квесты, какие-то хорошие вещи. Я думаю, это меня поранит, да? Надо быть с этим аккуратнее. Вот, поэтому я не уверен, стоит ли нам продвигаться прям вот так на пролом. Кстати, вот это, например. А, 80 уровень, все, вопрос снят. Сюда я не пойду. Вот штука быстрая. Так, я сейчас играю за пёселя. R, да, R. Сейчас посмотрим. У этой магии кулдаун, что ли? Да, мне проще переключаться. Так будет реально попроще. Итак, ход-то должен быть где-то здесь. Давай глянем. Да. О, это не он случайно? Это волк. А, есть этот лев и волк. Доложите мне немедленно, как только ход-то будет арестован. Так точно, лорд волк, мы окружили его, сэр. Отлично, помню тебя о последствиях провала. Нет, мой лорд, я дорожу своей шкурой. Угу.
Давайте соединимся здесь. Лаборатор. О, желтый кот и белый пес. Это те, о ком нас предупреждал лорд Волк. Задайте им лаю, ребята. Блин, я сам же себе скипнул лечение, ну нормально так. Гав, ай, не бейте меня. Почему, например? Дай нам повод не бить тебя. Давай, восстановлюсь. Читерским способом. Волк сожжет всю мою семью своей магией, если я скажу вам, где Хотто. Я знаю, это неправильно. А портовые пески, если вы поторопитесь, то, возможно, еще успеете. Найдите портовые пески поблизости. Карьер. А портовые барханы. Ну тогда нам, скорее всего, сюда. Хот-то-дога. Скажите волку, что ему не видать обломка. Нет, вы двое ни на кого не похожи. Как съеденный летом хот-дог. Или я что-то пропустил. Идите же и покажите мне вашу силу. Это босс. Черт. 174. 154. Не-не-не-не-не-не-не, чувак, так не годится. Ай, блин. А теперь мне не хватает на это маны, да? Класс. Блин, он меня убил. Ай-яй-яй, сейчас еще и этого убьет. Будет вообще не очень красиво. На магию, короче, он реагирует получше. Ну, в смысле, она его побольше бьет. Валим. Валим! И никого не поджег. Ага, сейчас бы... Нет, мамы. Черт. Да, короче, это земля... А, не-не-не-не, нет, я пошутил. Гори, гори ярко. Нам надо подлечиться, дружище. Почему я привык, что на R это... Я привык, что на R это лечилка. Нет! Блин, он меня опять убил. Надо потом или переставить будет, или... Нет-нет-нет, валим! Вы что делаете? Блин, чувак сложный. Ну, как бы с одной стороны, я тоже, конечно, сейчас кривых вещей понаделал. Не надо. На. Ох. Его надо чисто магией хвалить. Нет! Черт. F. Нет, 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 чувак, не надо, не надо меня в этот водоворот свой затягивать. Блин, маг, очнись. Ну, встань! Наконец-то. Фух. Ну, это было так жестенько вообще-то. Куда ты убегаешь? Куда? Зачем? Куда ты валишь, а?
Не-не-не, ребят. Теперь вы так просто не отделаетесь. Вы мне тут мешали все время разбираться. Куда ты пошло? Иди сюда, тварь. Мне пофиг на этого хода. Я этого урода хочу сейчас убить. Хитрый, блин, очень. Иди отсюда. шестнадцать, ты не офигел? У этого меча такая озвучка прям жесткая. Так, все, лечимся. На F лечение, надо запомнить. На F лечение. Такая музыка азиатская. Ну, не то, чтобы прям такая азиатская, а, ну, с такими нотками. Никакой ошибки, опа, потомки королей. Ну да, мы такие есть. Да, охота все видит и знает. Идемте в мою скромную обитель. Идем в обитель. Так, золотые сундучки. Кстати, это у нас лапкам нашим равно суждено идти по одной дороге давно. Что? Даже тень мира для вас не видна, а наша судьба лишь война. Это у нас быстрое перемещение, да. Хорошо. Открываем потихонечку, но я думаю, нам... Идите отсюда, блин. Ого, это какая-то новая фигня. Идите сейчас... Нафига ты за мной гонишься, а? Ну давай, валяй отсюда. Так, хорошо. Поехали. Надо было сохраниться, наверное, перед входом. Ну ладно, ход-то долго. Как хорошо. Хорошо, что мы встретились. Хотто-сан. Это жесткая бессердечная коша лапка отправила вас сюда. Да, Хотто-сан, и нам нужна ваша помощь, чтобы снова выковать королевский клинок. Без кетчупа хот-дог невкусный, я понимаю. Ключ Гавгаузера, ого. Идите к руинам Гавгаузера, следующий обломок будет там. Но прежде чем выдвинуться в путь, нужно улучшить оружие. Давай поговорим. Да-да-да, ищите, где бы улучшить свой хот-дог. Блин, это прозвучало. Да? Так это недорого относительно, ну то есть... Цена-то не поднимается, я так понимаю. Я его могу сейчас качать очень долго еще. И этот, а этот вообще за 140 качается. Огненный посох. Денег-то мы неплохо набрали. Ребят, погодите, давайте я это оставлю за кадром. Когда докачаю, мы пойдем дальше. В общем, не знаю, не стал я... Это ограничивать себя в деньгах. Вот уровень 18 на огненный посох, урон 26. И уровень 16, потому что просто дорого, урон 23. У меня, по сути, сейчас даже урон, наверное, чуть поменьше. Волк мастерски владеет разной магией. Это невероятный пес. Будьте осторожны. Да я знаю, с вами спасибо. Попробуем сейчас, как наши пушки новые рубят. Надо будет, значит, опять сейчас деньги копить, по крайней мере. О, квест пройден. 800 монет дали. Дайте я еще раз меч прокачаю. Потому что, ну, этого 26, этого 23, я бы хотел подогнать его хотя бы под это же... Все. Теперь я успокоился, блин, а то... Так, а ты кто такой, чувак? Привет, я Алайдус Гавганг, дирижер бродячего оркестра. Амадеус, понятно. Не согласитесь ли вы, странники, помочь нам пройти через стену? Да, пойдем. Теперь нам нужно пропуска, чтобы пройти через стражу, но они стоят слишком дорого. Один мой знакомый тайный гавгент изготовил для нас фальшивые пропуска.
Видите те скалы? Он прячется за ними, а так как любишь пощекотать себе нервы, он, безусловно, выбрал самую опасную скалу. Ну, пойдемте, как раз нам нужно пушки проверить. Для того, чтобы вы прошли мимо стражи, значит, вы можете встретиться с ним и забрать пропуска. Ну, давай попробуем. Когда доберетесь до него, просто назовите ему этот пароль. Пожалуйста, слушайте внимательно. Я уверен, вы запомнили. Удачи. Конечно, я запомнил. Блин. Ага. 29 уровень. Между прочим, у нас 28. Давайте мы зачистим эти руины. Да. А потом пойдем этому помогать. Ну, блин. Тай! Хватит меня бить! Ну, на самом деле, стало попроще с ними справляться, согласен. Да, я же, блин, увернул, все. Бесит. Давай, подхилимся по-беленькому. Сразу двумя звездочками. Это вообще-то больно было. Ай! Надо подлечиться. Надо, в общем, прокачать мне хилочку, потому что... Ай, как больно-то. Чувак, может, ты стрелять в них в самом деле будешь, а? Сожжем парочку, давай. Магический посох на самом деле неплохо сейчас работает. Нет маны. Нет! Черт, тебя за ногу, я зазевался. Ай, больно! Воскрешайся, воскрешайся, воскрешайся. Как? Нет, 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 нет. Я просто тупо зазевался, блин. Зашел зачистить подземелье. Не, мы с тобой разговаривали же обо всем. Та-та-та-та-та-та-та. Да, согласиться. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я все-таки хочу пойти зачистить. Это... Да-да-да, хорошо, чувак. Все, мы с тобой уже поговорили. Угу, пароль, да-да-да. Отпусти меня уже. Все, мы сейчас сохранимся, чтобы больше не слушать этот диалог, вернее, монолог с его стороны. Мы не особо в нем участвуем. Мы могли спокойно сейчас вытащить этот... Квадециум, руины вот эти вот. Я сейчас буду играть за мага. И по идее все должно получиться. Я хотел сказать, что компьютер играет более расторопно, но он уже тоже успел отхватить. А, ну он и себе хилку врубил нормально. Смотрите, сейчас мы проходим вообще на изичке, хотя в прошлый раз я страдал. Надо было сразу заходить за мага в этот раз. Вот, вот под это я и попался. Сгорите, твари. Они очень уязвимы. Ох. Они очень уязвимы к магии. То есть они сами раздают огромный урон. Ну и я им наношу большой урон магии. Ну, в общем, вот так вот надо было сразу сделать. Сокровище наше. Спасибо, спасибо. Иногда стоит не упрямиться, а... Вот, кстати, 29 уровень.
не упрямец, а сразу переключаться на мага. Туманный урон, не знаю, я потом посмотрю, что это за шляпа. Кстати, денежки нормально закинули так. Так что все, можно валить отсюда. Теперь можно и через ворота пройти. Может, сохранимся? Давайте. Не хотелось бы это потом перепроходить, если... Да, сохрани, пожалуйста, уже два раза кликнул на тебя. Вот это вот это... Почему мы можем тут по воде ходить? Она что, такая мелкая или... Найдите слугу скалу, за которой прячется Гавгент. Агент. Ну, вот там, естественно, да. На самом деле искусственный интеллект в таких случаях ведет себя довольно адекватно. Сейчас мы подлечимся. Давайте я дальше пойду за бойца. Хорош! Все, чувак. И тебе хана. Вот и скала. Я не выйду, пока не пролайте пароль, блин. Нам повезло, что с нами пес. Интересно, давайте-ка я переберусь в более безопасное место, чтобы мы могли поговорить. Это место было безопасным, потому что мы его зачистили. Ну ладно. Тайный агент дает вам фальшивые пропуска. Спасибо за красивое пение. Передайте Гавгану... Передайте... Гавгангу от меня. Фальшивый... Ну, он его сейчас задержит. Ладно. Автостично. Ла-ла-ла. Спасибо. У меня кое-что для вас есть. Например... Шляпа музыканта улучшилась. Восстановление маны плюс один. Круто. Если мне еще понадобится помощь, я буду лаять вам. Можно еще раз у него взять квест. Что у нас за шляпа музыканта? Почему мы ее не носим? У нас есть шляпа музыканта. Дает 218 жизней. Стоп. Нам нужно смотреть на этого. Она же восстановление маны дает, да? Что сейчас дает вот эта шляпа? Котовника Браво 25 хпшки дает, а шляпа музыканта 10 хп, восстановление маны плюс 1. Да нет, мне пока нормально. Давайте посмотрим, что у него есть дальше. Привет, не ожидали еще одной встречи? А, не откажите в еще одной любезности, не сопроводите ли у меня заблудившегося щенка? Так я уже есть. Ладно, пойдем. Перевод участников моего оркестра через стену занимает немало времени. Один из них только... Блин, я не прочитал, черт, извините. Мне же нужны пропуска для этих двоих. Помогите мне переправить... помогите мне переправить сюда? Блин, я буду... Фигура вторая. Ну хорошо, пойдем. Что вы от меня теперь хотите? Я случайно кликнул, блин, и... скипнулся кусочек монолога. Жаль. Кстати, а что у нас тут? Я не могу сейчас, понятно. А ты кто? Тоже пока не могу подойти к нему. Ладно, давайте завершим этот квест. Экспо. От экспо не отказываемся. Драконы! Братичий музыкант. Уау, помогите мне, пожалуйста. Слушайте, а он так выглядит необычно. Блин.
Я так тупо на пролом пошел. Не надо было так делать. У нас, кстати, магический навык улучшился немножечко. Так, мистер Гавганг прислал вас защитить меня. Спасибо. Я попробую бежать так быстро, как только лапы позволят. Вы поможете. Вы можете сражаться с чудовищами по пути. Или просто бежать как хотите. Вперед. Будут еще и чудовища по пути. Норм, привели. Пушальди, типа Вивальди, я чую запах котовника на тебе. Это он привлек чудищ. Но мне пришлось, здесь его нигде не найти. Спасибо, что привели сюда, друзья. Ваша награда. Нагрудник музыканта. Кстати, восстановление маны плюс один тоже хорошо. Надеюсь, все позади. И если увидимся снова, поболтаем. Что-то нам сейчас приглашу еще один квест от тебя. И что там было с этим, с подземельем? На какой на уровень? На 25-й. Пойдемте, мы уже 31-й. Мы должны бы без труда здесь справиться сейчас. Да, тут не самые приятные ребята, я это признаю. Но я думаю, что... Так тебя через так. До свидания. Блин, я все равно эту звездочку схавал. Потом стреляет, и после этого он более-менее бесполезный. Да, это было несложно. Пойдемте заберем. Сундучочки по пути есть, тоже неплохо. Нагрудник туманного мага. Я, наверное, вот что думаю, где-то в офлайне зайду, посмотрю. Ого. Это необычно. В офлайне зайду, посмотрю, что у нас тут со шмоточками творится. Ну, не в офлайне, в смысле, а вне записи. Тело древнего властителя. А это случайно не мой сет, который голова древнего властителя отбирает у меня 30% жизни. А теперь, минуточку, что моя бронька мне сейчас дает? Доспехи рыцаря 10-10. А это будет давать... Давайте попробуем. У меня вообще мало жизни остается, но при этом у меня 60 брони. Если будет плохо, я потом переиначу, потому что оно мне забирает уже очень много жизней. А почему я пошел сюда? Там же был телепорт. Минутку. Минутку, этот телепорт. Я видел там сундучок с золотом. Как к нему попасть? Вон там, видите? Я хочу туда попасть. Блин, больно. Это тоже меня сюда перекидывает. Значит, туда я попаду каким-то другим образом, пока не знаю как. Хорошо. Не, ребят, вот этот нагрудник, он мне давал восстановление маны. Не-не-не, где он у нас был? Вот этот вот меховой нагрудник, он дает 10. А это дает 30. Ну, не знаю. Я бы такой, чтобы пока что вот так одеть. Может быть, даже шляпу, кстати, поменять. Шляпа музыканта, восстановление манны. Шлем. Стойкость к молнии. И... Блин. Туманного мага, огненного мага. Шлем скаута. Кстати, атака плюс 10%. Может быть, шляпа катантюриста. Шляпа скаута дает 13 хпшки, еще атака 10%. Давайте, наверное, может вот так походить пока что. Это могло быть неплохим решением. Мы так получаем просто значительную прибавку к жизни.
Жизни становится прям реально дофига. Можно здесь сохраниться. У нас все как раз восстановится. Ладно, ребятки, давайте тогда на этом сегодняшнюю серию закончим. Мы выполнили основной квест, парочку побочных. В следующий раз будем продвигаться вглубь. А на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.